Хочу стать самой умной. Хочу стать волшебницей. Все детские мечты реализуются в нашей сенсорной мастерской, а проводником в мир открытий являюсь я, специальный психолог Дворца детско-юношеского творчества. Вот уже 2 года я реализую психологическую и тьюторскую поддержку семьям с особенными детьми, а также провожу тренинги по снятию инклюзивных барьеров у сверстников. На занятиях пользуюсь принципом подхода к каждому ребенку не с позиции того, что ему недоступно, а с позиции, что юный любознайка может, несмотря на имеющиеся ограничения. Своей главной задачей в работе вижу развитие инклюзивной среды. Для этого использую форматы квестов, инклюзивной праздникотерапии, а также технологии расширения адаптационных возможностей через развитие сенсорных навыков. Как педагог я верю, особенные дети – это магия и волшебство. Поверив в них, незамедлительно понимаешь, какие они яркие и талантливые.